или не так. Поэтому придут и стоят, уныло глядя на Волгу, местные чиновники, провожая взглядом проходящие пароходы, говорят, к нам не причаливают. Они причаливать не будут, потому что надо сначала все оборудовать, оборудовать так, чтобы они в очередь встали и ждали, когда им можно причалить. А сейчас люди сюда приходят, те, кто не знает, что сброс выше, они сюда идут купаться. А те, кто знает, что сброс вот там, где камыши, они идут туда купаться. А тот, кто понимает, что и тут, и там не очень хорошо, они идут перевозчики. Едут на тот остров. Природа замечательная, люди замечательные, ни пляжа, ни набережной нет.